снимаю наш долгожданный летсплей. Играть мы будем в игру Outlast. Как мне говорили, это страшная игра, я раньше в нее играла, а сейчас мне что-то стало страшно и в то же время очень любопытно. Я решила поиграть заново. Итак, может, поскольку я играла, я продолжу с того места, а может и нет, поэтому я лучше начну новую игру. Ну, поехали. Я буду вам читать. А, кстати, блин, я не помню, сделала субтитры. Главный герой — репортер Майлз Апшер. Не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискнет сунуться ни один репортер. Одно из таких мест — психиатрическую больницу Маунт Мэстик. Можно смело назвать адом на земле. Его главная задача — докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец, да и сражаться с ужасами Маунт Мэстик невозможно. Так что остается только бежать, прятаться или погибнуть. Итак, давайте начнем. Со мной тут на связи подружка, мы будем вместе визжать от страха. Куда делся мой курсор? Я не знаю, у меня зависло или что. Мы идем в машине. Я водить не умею, ребят. Я же водить не умею, вы чё? О, вот это самая психиатрическая больница. Надеюсь, я не брошу снимать, я пройду до конца. Кому вру? Я столько ужасов видела. Мне уже страшно. Причем что-то такая музыка громкая. Охранники, ку-ку. Ну чё? Всё, приехали, да? Всё, ты уверен? Ты уверен, что хочешь этого? Так, давайте буду вам читать. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я 2 недели проводил консультации, блин, о программном обеспечении в психиатрических исследованиях Мерков в Маунт Мэстик. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я грубо нарушаю, ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное, я не понимаю, не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. А, что это было? Камера, конечно, камера, камера. Ага. Какая крутая камера. HD, что ли? HD? Ты уверен? Ты хочешь этого? Почему тут звуки такие громкие? Зачем тут громко? Может, я уже начну двигаться? А! Что-то громко. Ну, спасибо. Tab and G. Я нифига не запомню. Ня-ня-ня-ня. О, компы! В паука, что ли, играют? Нет, ничего. Может, я присяду? Ня-ня-ня. Ничего нет. Почему? Мусорка. Мне что-то идти не хочется. Камера. Никого? А, это фонарь. Ребят, вы уверены? Ладно, ничего не боюсь. Я ничего не боюсь. Чтобы быстро открыть дверь, нажмите левой кнопкой мышки, чтобы открыть дверь. Я не дочитала. Ладно, тихо. Что, где, когда? Буква М. Почитаем.
Меня тошнит от одного только вида этого места. Больница Маунт Мэйси, закрытая после скандала по соображениям государственных тайн в 1971 году, была вновь открыта в 2009 году компанией «Психиатрические исследования Мерков», скрывающейся под личной благотворительной организацией. Сотовый резко перестал ловить сеть примерно в миле отсюда, похоже на глушилку, едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация Мерков издавна наживает на филантропии, но на американской земле никогда. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может, теперь хоть получится получить. Что я несу? Может, хоть теперь получится вывести их на чистую воду. Такой походочка спокойный. Типа меня ничего не ждет. Что за? Давайте найдем вход. Хотя нет, давайте вернемся назад. Не хочу идти. Да что это за звуки? Что сделать? Ага, дверь нифига не открывается. Ой, дождик. Ну что, в какую сторону идем? Давайте с той стороны начнем. Побегаем, пожалуй. Чё-то мне кажется, что тут нет хода. Ясненько. Да харе меня пугает. Зачем же он так дышит? Ребят, у меня почему-то такое чувство, что за мной прям кто-то следит. Что, почему сохранение? Нет, я хочу назад. Ну, что-то мне кажется, что мы не войдем в эту дверь. Зачем же так громко-то? Можно было просто прокрутить ручку. Нет, блин, надо было дергать ее со всей дури. А я до этого типа не додумалась, да? Что же он так громко-то крутит? Мне почему-то страшненько. Что за звуки? Ой. Вы уверены? Как меня вообще уговорили в эту игру играть? Тут же пипец, какие звуки страшные. Свет! Там же никого нет. А, вообще супер. Почему бы и нет? Что-то вообще нифига не видно. Ладно, давайте свалим отсюда. Не будем тратить. Нет. Куда дверь делать? Господи, зачем же так пугать-то? Что за... Спрячь? Нет? Что-то мне не хочется играть. Ребят.
Я такой чувствую, будто там кто-то есть. Ладно, я ничего не боюсь. Ой. Точно? Пойдем туда? А почему бы и нет? А давайте еще и дверь закроем. Да ты что, дурак, что ли? Почему тут ничего нету? Так неинтересно, где батарейки? У меня всего две. О, батарейка. Ой. Ага. Агайстакс. Может, тут ничего нет? А тут спрятаться можно. Хотя меня, наверное, компьютер запалит. Ну ладно. Эгэ. Блин, короче, закрывайся. Я не знаю, как ее закрывать. Плавно. Ну. Ага. Ой, я думаю, если я все это буду читать, займет очень много времени, так что вы можете поставить на паузу. Я жду. Поставили? Все? Прочитали? Я могу дальше? Хорошо. Так. Прочитали? Да? Да? Все, продолжаем. Это да. Тут ничего нет. Блин, и трубку-то положили бы. Не, ну серьезно, ну положите трубку. Ничего и больше нет. Страхолюдина никакой нету. Что? Вот что за хрень? А давайте закроем. Батарейку возьмем. Поскольку тут кровавый след вентиляции, думаю, что пора лезть в вентиляцию, да? Ага. Ползем. Что за... Ты кто? Что это? Блин, сейчас было. Кто это? У меня есть? Кто это? Это тот чувак? Как он прошел, если там как бы проход завален? Больше никого нет. Так, где-то сохранение? Ну что ж, мы прошли. Мы ничего не прошли, тут не было ничего страшного, но я почему-то завизжала от телевизора. Поэтому давайте тут остановимся. Также, так как я уезжаю, у меня, возможно, не будет неделю. А, значит, летсплея тоже не будет, но, возможно, летсплей будет на другую игру, и летсплей будет вести Миля. Также я полагаюсь на нее, она будет выкладывать видео. И как только я вернусь, я выпущу новый летсплей по Outlast'у. Надеюсь, я захочу проходить его. Видео было недостаточно, ну, не такое уж и большое, но мне хватило. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы любим вас. Всем бобра, добра. Всем пока. А еще, кстати, что я еще хотела? Также рубрика «Такое кино» будет выходить раз в месяц, так как новинок не особо-то и много, не так часто нечего будет рассказывать, и поэтому ждите летсплей и плетение. А теперь всем пока!